Так, навигация работает, прожектор в порядке, левый двигатель отлично, правый... Вот, совсем другое дело. О, молодец. Ну как, добро побеждает? Зло повержено? А разве бывает по-другому? Хорошо после удачного дела промочить горло. Да, вот это я понимаю, герой! Одной левой всех раскидал. Вырасту, обязательно попробую. Что попробуешь? Ну как что? То, что в банке. Наверное, вкусный. Не знаю, вкусный или нет, но это алкоголь. А алкоголь – это наркотический яд. Да ладно вам, Платон Капитонович. По телевизору яд не показывают. Это же скрытая реклама. Из-за того, что алкоголь вреден и его реклама запрещена, производители платят создателям фильмов, чтобы герои пили спиртное прямо в кадре. А я не верю, что в этом самом алкоголе так много вреда. И ты, Маша, не веришь? Ну, если пить немножко и не очень часто. Тогда предлагаю вам небольшую экскурсию. Как говорится, лучше один раз увидеть. Приключения! Ура! Вы знаете, что даже небольшие дозы алкоголя разрушают мозг. Человек теряет здравый рассудок. Под воздействием спиртного люди совершают уголовные преступления, попадают в аварии. Не может быть! А никто и не собирается становиться алкоголиком. Алкоголь – это наркотическое вещество. Никто не может сказать, когда у человека разовьется зависимость. Ой, смотрите! Бабочка! Ой, держитесь крепче! Падаем! Где это мы? Мы попали в банку с алкогольным изделием. Похоже, не очень-то это и опасно. Я бы так не сказал. Алкоголь является одним из самых опасных наркотиков. Он убивает незаметно, постепенно отнимая волю, разрушая психику и физическое здоровье человека. Посмотрите на обшивку нашего полярца. Ой! Как вы видите, ядовитые свойства алкоголя способны повредить даже наш корабль. Представляете его вред для организма человека? Но что теперь делать? Надо срочно выбираться отсюда. Держитесь! Кажется, нас проглотили! Все целы? Целы, вроде бы. Бррр, как в старом колодце. Мы в кишечнике. Это орган, с помощью которого усваивается еда. У здорового человека стенки кишечника покрыты мелкими ворсинками. С помощью их человек усваивает полезные вещества из еды и жидкости. А теперь посмотрите сюда. Алкоголь агрессивно разрушает защитный слой желудочно-кишечного тракта. Уничтожается микрофлора, нарушается кровообращение. Ну и что? Был розовый, а стал серый. Ничего ужасного в этом нет. О! Что это такое? По всей слизистой кишечника образуются многочисленные повреждения, эрозии. Эрозии со временем превращаются в язвы. Могут даже возникать злокачественные опухоли. Ой, что это? Опасность! Человек снова выпил алкоголь. Нам надо срочно улетать. Ну куда? Туда! Неплохая идея. Ой, смотрите, как тут красиво. Платон Капитонович, где мы находимся? Мы в капилляре. Это клетки крови и эритроциты. Но для крови-то точно алкоголь нипочем. А вы посмотрите туда. Алкоголь повреждает клетки крови, и они начинают слипаться. Ой. Образовавшиеся склейки разносятся по всему организму. Закупориваются капилляры, образуются тромбы. Они наносят вред всему организму и особенно сердцу. Тромбы перекрывают для него доступ к кислороду и питательным веществам. Ткани сердца отмирают. Это называется инфаркт. Да,
я про это читала. От инфаркта можно умереть. Да уж, это вам не кино. Держитесь крепче! Кажется, нас зажали склейки поврежденных эритроцитов. Надо выбраться наружу и понять, что произошло. Платон Капитонович, разрешите мне! Это довольно рискованно. Ты точно не боишься? Никак нет! Платон Капитонович, я готов! Отлично! Открываю люк. В каждый из скафандров монтирован сигнальный маячок, и мы всегда можем отследить, где находится Ваня. Профессор, Полярус плотно застрял. Нас зажали склейки эритроцитов. Ваня, используй лазерный резак. Так, вот так, раз, вот так, еще вот так, а еще... Платон Капитонович, корабль свободен, можно лететь дальше. Ай да, Ваня, ай да молодец, возвращайся на Полярус. Ваня, что случилось? Прием! Смотрите! Так мы часами можем искать. А что же нам делать? Запущу режим общего сканирования. Может, повезет. А пока будем двигаться дальше. Да, это, несомненно, сигнал от Ваниного скафандра. Посмотрим, где он оказался. Вот так занесло. Где же он, Платон Капитонович? В головном мозге. Срочно спасать Ваню. Как здесь мрачно. Запас кислорода в Ванином скафандре на исходе. Но мы же найдем его. Ваня, Ваня, отзовись. Ваня, прием! Профессор, я здесь! Ура! Ваня, наконец-то! Где ты? Я тебя не вижу. Я сижу на каком-то черном камне. Нашли! Ура! Да, Иван, заставил ты нас понервничать. Да я и сам уже надеяться перестал. Это умничка Полярус тебя нашел. Платон Капитонович, расскажите, что это за страшное место? Это мертвый капилляр, забитый разрушенными алкоголем клетками крови. Вы помните, что я рассказывал о тромбах? Так я сидел на тромбе? Да, сейчас я вам кое-что покажу. Это нейроны, клетки головного мозга. Каждая клетка уникальна и хранит особые воспоминания, начиная с первых дней жизни. И человек по-настоящему ничего не забывает, только если... При закупоривании капилляров клеткам мозга перестают поступать необходимые вещества, и они отмирают. Тысячи клеток мозга безвозвратно уничтожаются после каждого приема алкоголя. Ой-ой. Ну что, Ваня? До сих пор мечтаешь, как твой герой, промочить горло? Да что вы, Платон Капитонович, я и сам думал, зачем люди убивают себя алкоголем, будто войну сами себе объявили. Так что правильно вы говорили. Алкоголь – это яд! Я очень рад, что вы это поняли. А теперь летим домой.
Вот так приключение! Обязательно расскажу друзьям. А я напишу отчет о нашем путешествии и выложу его в интернет. Пусть не только дети, но и взрослые узнают, сколько вреда приносит алкоголь.